Можайское шоссе, час пик, движение оживленное. Но остановки водителям общественного транспорта не избежать. Пассажирам придется потерпеть. И это в их интересах. В центре внимания инспекторов 10-го батальона «Безопасность перевозок». Профилактическое мероприятие, направленное на контроль за перевозкой пассажиров по маршрутам движения. То же самое, как и междугородние автобусы. Инспектора останавливают, проверяют, смотрят соответствие этого автобуса, наличие ремней безопасности, техническое состояние вместе с госинспекторами проверяется этих автобусов. Профилактическое мероприятие «Автобус» проходит на территории обслуживания 10-го батальона с 3 по 17 августа. Все это время госавтоинспекторы будут проверять не только документацию и соблюдение правил перевозки людей, но и техническую исправность автобусов и маршруток. Мнения пассажиров о безопасности Одинцовского общественного транспорта разделились. Довольно-таки безопасный, по крайней мере, я не слышал каких-то инцидентов. Все нормально. Обычно в маршрутках в этих набивается много людей. Вот, там буквально вплотную и невозможно ехать. Перевозка людей сверх нормы – это одно из самых распространенных нарушений, говорят проверяющие. Водители гонятся за выручкой, пассажиры, экономя время, согласны ехать и стоя. И мало кто представляет, что произойдет в переполненной кабине маршрутки в случае ДТП. Есть 19 мест. 19 мест должно быть занято, но не должно быть там стоящих людей. Потому что это дорога, а дорога, она непредсказуемая. Аварии с участием пассажирского транспорта на территории обслуживания 10-го батальона не часто, но случаются. Как правило, это административные происшествия. Крупных же ДТП удается избежать во многом благодаря подобным профилактическим мероприятиям, которые на Минском и Можайском шоссе проходят регулярно раз в месяц. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».